Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, обязательно, непременно, пожалуйста, здравствуйте! И берегитесь всяких гриппов и всего остального. Ну и как правильно беречься, вы знаете, люди взрослые. Кто чего-нибудь подзабыл, добро пожаловать на канал Астралионика. В период с конца 2020 года, ну и очень долго. Очень-очень много разных видеороликов на тему, как поддержать здоровье, что делать, как применять те или иные природные, народные, гомеопатические средства для того, чтобы вам было хорошо. Поэтому на этом останавливаться не буду. И прежде чем я перейду к основной части информационной наполненности моего послания, скажем так, опять по поводу возможных недовольств друзей канала Астралионика. По поводу моих или запоздалых, или вообще не ответов на некоторые послания мне на почту. Объясняю. Первое и главное. Я по-прежнему не живу дома. Дом холодный. И когда я туда приезжаю с целью что-то загрузить на компьютер и оттуда удалиться, у меня, ну так мягко выражаясь, не очень много времени. Тем не менее, я иногда все-таки захожу на почту, чтобы вычистить оттуда то, что нужно вычистить. Потому что накапливается огромное количество мусора. И иногда компьютер или там система сама некоторые ваши послания запихивает в спам. И мне приходится туда лазить, чтобы что-то выудить. Поэтому я не на все ваши письма отвечаю. Сразу извиняюсь. Но такова жизнь. И если письма объемные, пространные, друзья, у меня пока что нет времени и возможности отвечать. Я просто рискую замерзнуть там около компьютера с последствиями определенными. Теперь еще что важно. Все-таки некоторые послания до меня доходят и, ну, позже, чем хотелось бы, наверное, тем, кто мне что-то пишет. Ну вот они причины. Или я не вовремя смотрю в этот спам или еще куда-нибудь. Поэтому еще раз извиняюсь, если так получается. Я очень надеюсь нормальную форму обрести и, ко всему прочему, каким-то образом обрести еще свободное время для того, чтобы отвечать на ваши письма. И последнее. Что касается темы, затронутой в одном из самых последних видеороликов. Это все, что касается рерихианства и всего, что с этим связано. Мне в некоторых посланиях предлагается, как бы это обозначить, вступить в диспут по поводу сказанного мной в этом моем видеоролике в обращении. И при всем моем уважении и большой ценности такого рода писем ко мне с целью что-то во мне там прояснить, разъяснить, то каким образом это предлагается, я категорически не приемлю. Ну, знаете, у меня, например, был одно время такой опыт общения с православными священниками. Причем чаще всего не по моей даже инициативе. Ну, начинается разговор и обсуждение некоторых таких узких мест в Библии.
там их, знаете, предостаточно, на самом деле, начиная с первых слов Ветхого Завета, где надо читать не Господь, а там множественное число вообще-то. Элохим – это множественное число. То есть создавали нашу космосферу, нашу вот такую большую, много кто. Ну и как только начинается такой разговор, чего только не приходилось слышать. В общем, то есть мне оппонируют, опираясь на текст Библии, который мы вроде как начинаем обсуждать. Или там, на катехизис. Ну, здесь примерно то же самое. Мне предлагается воспринять нечто, цитаты из так называемой живой этики, из книг Агни-йоги. Друзья, это некорректная полемика. Так не делается. Так делается только в одном случае. Если человек, пытающийся мне что-то объяснить, находится в плену того, что я предлагаю обсудить, отстранившись от этого на определенное расстояние. И больше я эту тему развивать не буду. Категорически. Ну, потому что это слишком объемный предмет для каких-то достаточно коротких моих к вам обращений. Если уж обсуждать это, то серьезно, и может быть в каком-нибудь серьезном разговоре, в беседе какой-то на эту тему. И только тогда, когда созреет для этого обстоятельство. А пока переходим к главному информационному вопросу. Ну вот, а теперь к главному. А главное, это мое предложение. Я очень надеюсь, что среди друзей нашего канала, живущих, ну, как минимум, в Латвии, как оптимум в наших непередаваемо прекрасных балтийских странах, есть кто-то с медицинским образованием, кто хотел бы получить в свое распоряжение очень хорошую штуку. Это диагностический комплекс Паркис. Друзья, бесплатно, абсолютно новый. Вот в том виде, в котором я получил его от Владислава Платона. Спасибо ему огромное за вот такую душевную доброту, с которой он мне в свое время сделал возможным это послать, и я это принял. Принял, но имея ну, такой тень надежды, что у меня хватит на это время. Друзья, не хватило. И сейчас я просто понимаю, что не хватит. Не хватит времени для полноценного овладения этим прибором. Тем, как им надо правильно пользоваться. Очень коротко о том, что это такое. Это действительно передовая техническая, технологическая мысль, реализованная в приборе. Прибор обладает очень широкими диагностическими возможностями, включая, друзья, очень важно, диагностику по фотографии, которую вы можете послать человеку, ну, на WhatsApp. И диагностика, я вас уверяю, очень хорошая. Я сам пользовался такой возможностью. Спасибо огромное Елене Великановой. Она помогла мне 3 раза. Я посылал ей фотографии на WhatsApp. Точность диагностики, которую я проверял на другом приборе. Может быть, в чем-то более крутом, но тут не суть. Суть в том, что прибор маленьких размеров, вмещается вот этот чемоданчик, я о нем еще пару слов, и все это работает. Так вот, я не знаю на сегодняшний день других таких комплексов, которые могут продиагностировать по фотографии.
Друзья, если бы вы знали, насколько это актуально сегодня. Огромное количество писем, просьб в частном порядке. Вот Виане пишут. Как бы выйти на человека, который может продиагностировать по фотографии на удаленном расстоянии, ну и подразумевается под этим что? Без последствий. Понимаете? Ну, как может быть без последствий в наше время? При тех обстоятельствах, о которых я очень много говорил. Это всегда риск. Это не может быть, это всегда риск. Причем в каждом конкретном случае свой. А тут такая штуковина, и с этой точки зрения, в которой учтены эти аспекты, риска нет. Может быть, что-то другое. Конечно, мы все насквозь в электромагнитном поле. Его тоже можно считать. Но это другое. Оно не залезает к вам в астрал и в прочие другие всякие чакры и многое другое. Это работа в другом диапазоне волн. Это все материально. Понимаете, в чем прелесть? И последнее. Значит, я отдаю этот прибор в уникальном исполнении дополнений. Такого нет ни у одного обладателя прибора Parkes Diagnosticum. Потому что вот этот чемоданчик, друзья, я его заказывал в очень специальном месте для других целей. Причем я еще не уверен, что я как-нибудь не приду к этой задаче. Но сейчас, вот прямо сейчас, в это время наше, я отдаю прибор, вот он, в таком исполнении. Такая оригинальная сумочка. Я не буду его вскрывать. Я не касался этого прибора даже. И вот как выглядит чемоданчик. Да? Вот он такой. А к нему провод. Дело в том, что сбоку есть гнездо, с помощью которого можно запитать то, что вы сюда поместите. А сюда вы можете поместить ваш компьютер, на котором будете обрабатывать информацию, получаемую с прибора. Понимаете, как здорово, мне так кажется. Я могу ошибаться, но... Да, не вот тут. И этим чемоданчиком я не пользовался. От слова ни разу, от двух слов. И вот в таком исполнении я предлагаю этот прибор человеку, у которого есть медицинское образование. Без медицинского образования, друзья, бесполезно этим пользоваться. Тут надо иметь нормальное медицинское образование, системное, понимать клинику заболеваний, все, что необходимо. И дальше у вас есть возможность написать мне в комментарии под этим видео или каким-нибудь другим способом под каждым видео, выходящим на канале Астралионика, есть мой почтовый адрес. Он указан там, где обозначены реквизиты, куда предлагается посылать помощь материальную нашему каналу. И там PayPal, и дальше указана почта. Можете писать туда. Кому удобнее, я не возражаю, пишите Виане. Да? Так или иначе, ответ будет. И как только будет понятно, что с образованием все в порядке, и главное, есть желание овладеть этим прибором, я его передаю. Без всяких условий. Дальше. Есть, насколько я в курсе, два варианта. Либо обратиться к изготовителям этого замечательной штуки. И об этом отдельный разговор. Либо к Елене Великановой. Она, ну, практически первая освоила работу с этим прибором.
и на каких-то понятных условиях сможет провести обучение работе на Паркис диагностику. На этом информационная часть закончена. Переходим к музыке. Всех вам благ, друзья. Будьте здоровы, благополучны. До новых встреч. Счастливо.